Все, поехали, друзья-товарищи. Всем гигантские приветище. Российские национальные отборы на World Cyber Games 2013. Финал которых будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Куньшане, в городе, в стране Китае. У нас второй полуфинал, принципиальнейший просто-напросто. Рулегендс и красные. Больше говорить нечего, давайте смотреть просто-напросто игру. Определено все, определен пул карт, определены стороны, участники этого противостояния. Фури, Базя, Лио Император, Гнус и Томан, это состав красных, они начинают за атаку. Три, Криовольт, Тарас, Нейст и АБЦ начинают у нас за дефенс на карте порт. Второй будет Буря в пустыне, третий будет Орлиный глаз, если вдруг она понадобится, если борьба у нас зайдет в такие... овертаймы в этом самом BO3, да, когда будет 1-1 по картам, и нужно будет выяснять уже отношения на третьей карте. Пока первая половина, первый же ее раунд, и ни у кого не снято ХП, хотя уже прошла целая минута с начала этого раунда. Давайте почекаем быстренько расстановочку дефенса. Она, в принципе, стандартная у рулов. 2Б, 1 центр, 2А. Нейст еще и на суппорте будет, если что, центр смотреть. В близкую он смотрит. Сегодня так играл, кстати, у красных Гнус именно на этой позиции. Не знаю, кто у кого подсматривает эти самые позиции, но примерно наши топы играют одинаково. Гнус распочинает эту битву своим минусом. Сегодня он наглел. Не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что у него было вчера день рождения, он на подъеме моральных сил, но... карту порт он сегодня играл, и карту порт он играл очень даже неплохо. Шел там чуть ли не 11 к 5, ну там 9 к 2, я помню, было. Потом как-то подсел, 11-5, но уже 3 минуса в этом раунде дает. Нейст остается у нас последний на точке А, и его забирают первый раунд за красными. Кто говорил, что будет легко и просто Рулегендс выбивать под себя в этой битве победу, ну, те уже могут немножечко засунуть себе платочек в рон, да, и пожевать его, и слюнками помочить, потому что остается только гадать, что же будет дальше. Мне неизвестно. Вот будем чисто наблюдать, как будет развиваться событие. Где-то по-любому в этой игре нужно будет нащупать переломный момент одной или другой команде, и от этого уже плясать, тогда начнется шоу. Поначалу все будет очень медленно, супер медленно происходить, нащупывание соперника. Не знаю, как играли ли друг с другом праки, возможно, играли. Но это все дело не стримилось ни той, ни другой командой, насколько я видел. Может быть, я пропустил, но уже два минуса вот у нас как раз-таки от восставших и несогласных Рулегендс есть во втором раунде. Красные вот играют порт, как сегодня с утра играли, но там, видите, в чем была вся фишка, там Гнус тащил. Дико тащил Гнус, как бы к нему подтягивался там потихонечку Фури, Базе, ну все остальные, в принципе, подтягивались. Выдал шоу Лио Император, но это все дело было на Анкаре. Ну, посмотрим. Знает, Риавольт играл в КФС, Трик играл в КФС, порт. Они прекрасно помнят тот самый для себя победный порт. Еще при выходе из группы с филиппинцами была тоже принципиальная битва. Филиппинцы их и на КФС выиграли, но все-таки в не очень важной игре. Потом собрались. И я думаю, что именно по этой победной тактике нужно отыгрывать здесь и атаку. Точнее, не нужно, а будут отыгрывать атаку. И дефенс, и те, и другие. В общем-то, у кого это получится лучше, будет уже видно. Пытаются пройти на точку А. Красные. Фури остается последний. Жбана за ящиком первому ставит. Но 4 соперника у него еще есть. Причем 3 сотых. Ну, это смерть врагам. Спасай. Спасай Россию. 1-1. Рулы берут. Первый раунд для себя. В дефенсе. Ну, непонятно. Пока непонятно. Опенфраги решили в этом раунде, конечно, большую часть исхода его. Где тонко, как говорится, там и рвется. Если будут постоянно давать опены Рулегендс, то все у них, в принципе, будет хорошо. Но это очень сложно сделать, понимаете, когда размен происходит. Это вот как бы главная азбука, главные азы, да, дать или равноценный размен, или преимущество в себя и уйти. И уйти, дабы собраться силами, как-то сменить позицию или уже отыгрывать эту позицию до конца. Ну, тут вот в этой игре именно это будет важно. Очень важно на тоненького. Здесь, я не думаю, не стоит уповать, что где-то будет заканчиваться ситуация там постоянно, да, то есть 4 оставаться, 1 будет потом вытаскивать, из-за этого будет ровная борьба. Именно на микромоментах будет решаться, и в этом плане очень важны, конечно же, суппорты команды красные, которые это все должны за ребятами подчищать. Имея я в виду, допустим, того же самого Бази, у которого, допустим, с утра не заходило. Ну вот он суппорт, вот он вдалеке, да. Яму снимают, точку Б пробивают, подходит Биско. О, Лиу разыгрался, хорош, минус 2.
Попытались сделать быстрый ретейк, не удалось. Трика заходит один выстрел прямо в тело Гнусу, и с Нейстом они вдвоем. С Нейстом вдвоем вчетверых. Ну, вот то, о чем я говорил, да, на микромоментах все-таки размены в пользу красных здесь происходят. Отыграна точка А, именно два человека, которые смотрели там вверх-вниз. Трик стоял наверху, Нейст внизу, Нейст дает первого, в зажиме должен забирать второго, делает это. Лолочки, ХП. Ну, а если так стоять, то отдастся, отдастся. Все-таки под базу. Вот он вам и суппорт базе, да? Почистил. ХП осталось чуть-чуть, вроде надамажили хорошо, базе оставалось не дрогнуть рукой и просто сгрести Нейста в мусорный пакет и выкинуть мусоропровод. Так произошло. 2-1, несмотря ни на что, у нас выигрывает атака. Пока что первую половину. Трик хорош, продавил в дымы базе. Базе зачем-то поперся стреляться. Причем лежали дымы, пролетела флешечка где-то перед ним. Ну, не знаю. Спорно. Спорно выходить. Так, тем более, у команды «Красная» нет ярко выраженного снайпера. Императору дали поиграть с ТРГ только лишь на карте Анкара. Порт он не отыгрывает. Смотрите, нет, берет все-таки он ТРГ. Вот лучше бы император первый подошел на мост. Тут бы еще непонятно, в чью пользу была бы дуэль, да? Хотя признанный фаворит Трик в этом самом деле, никто уже не отрицает, те, кто разбирается, да, что у нас борьба, скажем так, пока что двух снайперов топовых есть. Это Харек и Трик. Один уже в финале. Ну, я бы даже в последнее время, наверное, по упертости и по уверенности в своем результате Лиу хорош. И как-то выше поставил, наверное, Трика. Но опять-таки все зависит от игры, в которой нужно себя показывать. Харьку до самого финала нигде особо соперники не попадали, чтобы именно какие-то чудеса творить. Свои рабочие моменты он отыгрывал. Где-то давал опенфраги, где-то почищал, но не о нем абсолютно сейчас речь. Если у нас наметится такая дуэль, как император Лиу с ТРГ и Трик с ТРГ, то это будет мощным, конечно, шоу. Если тем более будет Лиу император еще и выигрывать эти дуэли, ну, постараемся вести этому всему делу счет. Пока что 0-0 по этой дуэли, пока что Трик обидел только базу. Отлично, император выходит за стеночки и выбивает первого, и за единичкой не могут высечь второго. Он отыгрывает, Лиу император минус 2, но он один остается. Двое половины. Хорош 3. О, хорош 3, говорю. Хорош император. Минус 3 уже. Минус 3 патронов нет в калаше. Прячется за коробочку. Правильно делает, что не берет дигл. Машнит коробку. Это джага-джага. Танцы вокруг коробок. На пляже. Все-таки минус император не дают ему сделать. АБС на суппорте шикарно дочистил Лиу и делает счет для своей команды 2-2. Если бы, конечно, 3-1 в пользу красных было бы, тут уже стоило бы задуматься. Ну, а так не дали. Смотрим на фраги. Император за счет вот этих вот самых гнусов выходит у нас вперед по фрагам. Борется он пока что с Триком. Кстати, как дела у нас на мосту? Пока что никак. Но савапы. Трик на этот раз он даже не на точке А. Вот как раз таки поджим с точки А у нас император и смотрит. Подуспокоили сами себя. Походу пошла какая-то прочистка мозгов, не знаю, правда, от кого. В команде красные, чуть они... Так, тут должен быть Трик, по идее, ловить. Зачем-то подходит поближе. Ну, видимо, так удобнее. На проскок именно в тупочку будет он ловить, уже проходящих туда. Показывает свое плечо. Первый на очереди Гнус. Живет наверху по-прежнему человек. Первый ловит, по ноге снял. По ноге снял, там без ноги Гнус где-то в тупке. Но Гнус перед этим еще дает минус на харости. Ну, Трик. Трик, вот он, а-а-а, Гнус, Гнус ловит тайминг, Трик оборачивается, и Гнус в этот момент выходит, и минус Трик-то в спину. АБС, господи, живет по-прежнему левой стенки, Гнусу в спину. Вот, помните, я когда-то на стриме говорил, что можно стоять на левой стенке вверху, не палить себя на ДЛ, ну, проходит и проходит, бог с ним, пускай заскакивают по лего, пускай заскакивают по кривой лестнице, ты отыграешь в любом случае, ты первый появляющийся башку соперника видишь. Вот это именно сейчас АБЦ отыграл, Гнус даже не полез наверх вообще чекать, не думая, что там кто-то будет. Но развод был следующий, ребята быстро по инфе ушли на точку Б, и, собственно, ее уже сейчас охраняют с поставленной бомбой. Базе или у Император смотрит центр, Фури, как смотрящего за дефенс, именно выход Фури именно из-за этой сигары, оставили смотреть. Это самую сигару, минус 2 он дает, одного хэт, одного в тело, но ситуация свою пользу решает, 3-2 счет в пользу красных за атаку. Ну, а Миско только кинуто на сковородочку, еще только начинаешь шкварчать у нас. Никакой корочки не появляется, оно еще сырое. Жареное мясо ожидает нас впереди, я думаю, по прошествии первой половины. Хотя здесь уже завораживающе, я думаю, что на Руси вообще охрипну. Как там у ребят в ТС, ну,
Я думаю, что спокойненько. Осколочная. Хотя есть и там личности, снимая, которые могут заистерить, как-то могут подорвать моральный дух команды, но здесь этого абсолютно не следует делать. Ничего пока страшного не происходит. Все спокойно, рабочая обстановка. Раунд берут одни, раунд берут другие. Есть небольшие помарочки, скорее на них раунды и затаскиваются. Ну и какую-то степень, процентов 40, конечно же, выезжают на личном скине. Красные выехали раунд на Лиу Императоре, выехали... Ну, на Фури нельзя сказать, что они в предыдущем раунде выехали. Кстати, ну вот это вот зачем было, да? Но все равно, свою позицию он удержал. Качельки. Качельки, причем в дебюте и даже первой половины первой карты у нас. Пошли 3-2 счета, и в седьмом раунде, в шестом раунде первой половины все идет к тому, что счет вообще станет равный 3-3. Никакие стороны здесь ничего не играют. Абсолютно не важно, да, важна только сама игра. За кого, где, почему, не важно. Как и кто. Только эти вопросы нас интересуют. Бегают по своей респе Лио Императора и Томан. Не выбили у них бомбу, не старается команду Legends как-то поджимать, собственно, держится дефолтной своей позиции, тем более, что потеряли они всего одного тиммейта. Б это небольшая потеря, точки можно и так держать, двоих поставить на Б, одного на центр, одного на А, и тем самым укрепить самую небезопасную, скажем так, точку, на которую могут зайти, да. Ну, посмотрим, как думка, как мысль пойдет у Императора с Мираксом. Свет закидывается наверх А, есть тут трик, стоял, да, Калаш взял, смотрите, начинает закрывать спину. Ой-ой-ой-ой. Раскидали красных, ну ждали. Причем Харрес даже двоих решил, вообще жесть. 3-3. Никак мой скин не пойдет в отпуск, постоянно она перед каждым раундом говорит. Разберемся с ними и отпуск. Ну вот что-то отпуска никак. Осколочная. Жарево и сугубо мясо. Интересно, смотрите, Реовольт у нас сигару отыгрывает. Минус Харрест уже, минус Реовольт. Ну вот, это жесть. Это жесть, хотя бы один разменный надо было давать. Гнус заходит, убивает. И жесть. Заскакивает Нейс, но он уже слепой. Одного положил, это был как раз таки Гнус. Где он живет? Господи, я потерял его. Так, есть у нас Том в яме. В общем-то, мишени есть повсюду. Крутись, убивай только лишь. Том он почему-то отстаивается до последнего. Ну и опять. Качели на Амбату 4-3 в пользу красных. Что мешало взять в предыдущий раунд так? Ну, собственно, ничего. Я думаю, только лишь психологическое моральное состояние и той и другой команды. По этому состоянию они расценивают друг друга как равных соперников, побаиваются. Это было видно по 15-минутному выяснению отношений в черке карт. Если бы кто-то был спокоен, да, и кто-то не признавал соперники именно какого-то конкурента и соперника, то было бы все по-другому, а так очень долго решают и выясняют отношения и до игры, и во время нее, и из-за этого у нас такие качели в дебюте, пока переломного момента нет. Пока никто даже не смог оторваться на два раунда вперед, вот никак. Ну да, смотрите, предыдущий раунд. Взяли красный, взяли хорошо, прошли в куры. Теперь куры поджали. Почему-то красные опять надеялись, что ли, на куры. Не миксуют тактики, застой некий есть в этом плане. Не знаю, то ли очень сдержанно себя ведут новички, да, там те же самые Фури, Гнус, ой, Гнус, говорю, господи, Том, может быть, от них поплясать. Понятно, что ими командуют, да, но где-то привнести какую-то толику новизны. Воу, Фури находят, Томна тоже трик видел, и трик отыгрывает двоих, 4-4, сухой раунд для Руледжин, практически даже хп не потеряли, Реовольт и Нейст чуть-чуть забомбили себе трик, поломал ноги, спрыгнув с верхушечки А, и на этом все. Ну, вообще, по сценарию, как бы, флешка хорошая с Б прилетела, это проход в куры. По любасу, да, так и происходит, трик выходит, именно он, наверное, кидал эту флешку, а может быть, насупортил Харрест, за спину кинул. Там еще можно, кстати, и дым кидать, можно закрывать вообще верхнюю темку, и будут теры стоять... неведение, что же происходит в курах, сколько там народа, и можно перебегать из кур в
нижнюю тёмку туда-сюда обратно, тебе и мне приятно, да, и этим самым затянуть время и ввести в заблуждение. Но красиво было. По раскиду трик вышел, свой минус дал. По сценарию, да, по сценарию у нас сейчас, по идее, должны раунд этот брать красные. Как бы это ни было странно, может быть, выйдут наконец-таки вперед Рулегенс и качели повернутся к лесу задом, и теперь будут в преимуществе Рулегенс и красные постоянно догонять. Это всегда сложно, это всегда моральная напряженка, да, когда ты и так один раунд догоняешь, когда счет будет 6-6, вот... Вообще жесть. Или 6-5, да, ты проигрываешь, и ты можешь либо вытянуть на ничью, потом тебе надо еще один раунд брать, чтобы затащить эту сторону, либо ты проиграешь 7-5. А 7-5 по такой игре это очень много. В общем-то, это и может стать переломным моментом, но пока у нас тонкая ситуация, базю отыгрывает АБС, сразу показывает плечико из-за ящичка, и прострелом лол хп базины забирает. Выходит Рулегенс вперед, два раунда безответных у красных они берут. По идее, сейчас какой-нибудь паник раунд от красных должны мы увидеть. В надежде на это, смотрите, Рулегенс угадывают, они идут по ДЛу, будут их встречать. Куча народа, мясо на ДЛ, двух кладут в линию, трик, естественно, отходит. Правильно делает Тикай, парень, Тикай, бери свою ТРГшку, отстреливайся. По-другому никак, потому что рожная, двоих высекли, они уже не остановятся, красные в этой беготне. Трик никого не может отыграть, Реовольф подскакивает с АБСом, убивают двоих, и базя раскладывает сливу императором Трика и АБС. Ну угадали, ну вот эти два минуса от Рулегенс, которые произошли у них в команде в линию, это, конечно, был фейл. Блин, ну это ж прописные истины, не становись спину тиммейту своему, никогда, потому что пули ж летят прямо, они не рассеиваются, как у дробовика, в разные стороны, да, они в линеечку, если ты стал за спину, убивая твоего тиммейта, пули затем следуют по направлению именно к тебе, и там прям вот все видели, да, как синхронно, просто два чела легли затылком о пол отдыхать. Это было фатально, и это 5-5, и красные возвращают статус-кво, опять-таки у нас ничья. И вот теперь подошла концовочка. После этого, возможно, кто-то выиграет у нас первую половину со счетом 7-5. Большой задел на вторую половину. Это, скорее всего, будет... Да не скорее, так оно и 100% будет. Один только вопрос, кто же. Если выигрывают красные, то... Это даже больше, чем два раунда. Это для них плюс еще мораль, плюс как будто бы еще один такой мифический раунд. Как будто три они выиграют, потому что это атака была. Хорошая флешка на лету. Разлетается, вторая прилетает в Лиу Императора, но живет. Он по-прежнему пытается отстреливать ДЛА, вот не оставляет его надежда, что стрельба его лучше, чем у людей, которые стоят наверху. Теряет он еще одного тиммейта, это был Базя, где лег, на центре. И вдвоем в пятерых, все хорошо у Рулегенс. Я не знаю, что здесь творить, но здесь какие-то... Силы должны включаться. Ничего не включается. Включается Реовольт и прокатился по головам. 6-5 в пользу Рулегенс. Опять они в преимуществе. Опять догоняющие у нас красные. Пошел дамаг через ворота. Пытается хоть что-то снять Томан в дебюте раунда. Ничего ему не удается. Опять паник раунд. Нет, решают не дергать судьбу за причиндал. Ни те, ни другие. Никто не пошел в поджим. Смотрите, насколько тайминговые, да, по завязке раунда у нас были. И одни, и другие побежали... Два раунда тому назад. Как-то вот тут одним мозгом. Я не знаю. Может быть, так оно было в красных, да, именно по таймингу, когда там счет у тебя 5-5, то вот, точнее, 4-5 тогда был счет. Надо вот бежать. Не знаю. Ну, какие-то потусторонние прям силы движут по ходу командами. Чуйка шикарная. Что у Трика чуйка шикарная, я в этом никогда не сомневался. Если он, конечно, там рулит... Базе, говорю. Реовольт, насколько я понимаю, никогда не любил рулить. По-моему, он беги-стреляй, больше к этому склонен был. Ну и Трику, помимо стрельбы с ТРГ, теперь еще в этой команде и рулить приходится. И, как мне кажется, роль ему это нравится. И отчасти именно из-за этого, ну, как некий плюсовой компонент, да, там не совпадали... Мнение по тренировкам, да, официальная версия, в общем-то, ну, а такая властная фигура. Трик, мне кажется, из него может вырасти хороший капитан, уже даже растет, грубо говоря, держит он, наверное, и собирал в большей части именно этот состав он.
разваливают красных в последнем раунде, 7-5, то, о чем я говорил, но, в принципе, по сценарию все нормально, абсолютно, дефенс выигрывает всего 2 раунда, ничего страшного не произошло. Фух, жесть, полная жесть творится, я не знаю, сколько у нас будет перекуров, может быть, сейчас не будет, мне кажется, не надо даже ломать... вот этот накал, и нужно отыграть вторую половину. Ну, а то, что была такая часть комьюнити, которая говорила, что нет у красных шансов, мне в это слабо верилось. Во-первых, статус турнира, как бы, ну, к такому турниру незачем вообще на нем принимать в нем какое-то участие, если ты не подготовлен, да, и то, что были какие-то у красных поражения, это все отходит на второй план. К таким турнирам люди готовятся очень плотно, это видно, даже если рулы как-то себя отлично показали на открытом турнире, а красные не показали, то не столь статусный, скажем так, и не с такой мощной историей открытый турнир, да, тем более он, скажем так, наш. Локальный турнир, российский, наши локализации, в общем-то, и все. А здесь уже можно потрясти будет флагом, да, российским перед буржуйскими командами, перед теми самыми европейцами, азиатами, бразильцами, Северной Америкой. За это стоит побороться. Ты здесь не просто за свою команду играешь, да, вот они, 5 тиммейтов, и мы батьки, мы молодцы, скрины в студию, как мы там положили кого-то, а на тебя еще будет смотреть вся страна. Да не только страна, я думаю, что в СНГ помимо России пока что представлен только Азербайджан, ну, я думаю, что большая часть именно нашего комьюнити, конечно, будет болеть за Россию, вот, собственно, за это мы и боремся, поэтому все ко всему готовы, никаких фейлов здесь не будет. Кто сливался с разгромными счетами, да, тот просто недомотивирован, недотренирован был и просто какой-то проходил проверку сил. В общем-то, захотели собрать рулы состав, они его собрали. Хотя он и новый, хотя ему и месяц, да. Та же самая Еремия у нас появилась за месяц до отборов на прошлый World Cyber Games. Ну, тоже неплохо себя, в принципе, показал. Поехали смотреть вторую половину. Поменялись сторонами. Три Криовольт, Харест, АБЦ и Нейст будут у нас теперь в составе Ru Legends отыгрывать атаку. Первый, что ли, быстрый раунд будет? Ну, по всему, да. Риовольт будет закрывать спину. Риовольт пошел играть свободного художника. Нет, так добежали, просто прокинули, дабы не занимали верхнюю темку, но на нижней уже занята, там или у Император стоит, и Фури стоит. Знают и те, и другие, что наиважнецкая эта позиция, не хотят ее отдавать. Просто если атака занимает куры, то из кур можно плясать. Можно и вырулить центр, и быстренько пробежать на, да, и очень долго можно жить, и непонятно, в какой момент выйдет вся эта могучая куча на точку Б. Поэтому как бы старается дефенс у нас пока что не отдавать, поджимают куры, вот смотрите, вдвоем, первый гнус, второй император, там еще, нет, фури это, фури и император внизу. Да, укрепили как, вообще кошмар укрепили как. Дымовая. Интересный расклад. Ну и выжидание. Выжидание, вот, я буду называть это слабой печенью. Где защита рухнет, да, когда рука коснется этой самой печени, кто получит по ней, где опенфраг произойдет. Кстати, в старом составе красных гнус у нас постоянно верха отыгрывал, все изменяется, все течет, теперь вообще там поставили томно. Не знаю, честно говоря, почему, но ему там будет, вероятно, скучно. Скучно до каких-то критических моментов, когда либо паник-фасты будут просто быстрые, неожиданные. Опа, минус снимает первого. Причем первый минус дефенса у нас происходит. Напрягает здесь спину, Фури выходит из нижней, раскладывает еще двоих, но прорвал Нейс точку Б, а АБЦ тоже здесь, но без бомбы. Бомба дропнута. Да, патовая ситуация. Заперт один Нейс на Б, на него будут выходить, естественно, убивать. Ну, даже если бы он сейчас здесь хотя бы одного положил, и утекнул от второго, вернулся в куры, то бомба там контролилась. 1-0 в пользу красных во второй половине. 7-6 становится счет. Все ближе и ближе к ничьей.
всего один раунд преимущества остается у Легендс, но я подозреваю, что будет у нас тот же самый качельный гейм. Вот это неждан. Это Том себя обезопасил, кинул контрацептивный дымчик, чтобы быстренько не умирать, потому что есть там умельцы, которые могут поставить хорошего укола, просто вслепую Реовольт увидит голову и поставит. Поэтому так вот Том решил постоять. Ну, дым рассеется, кто-то все равно пойдет смотреть на ДЛ. Без внимания Том не оставится, тем более, что, смотрите, готовится тут раскид у нас под точку А. Пошел тимтолк в том плане, что кто сейчас что будет делать, разбор, кто куда будет стрелять. Сейчас разберут ребята в кишке все позиции. А смотрите, один готовит дым, один смотрит, если будет поджиматься ДЛ, а второй смотрит, если будет поджиматься центр. В общем-то, все здесь разобрано, мне интересно только вот кто... А, Реовольт опять. Реовольт пошел играть в Малевича. Творить черные дела, малевать черные квадраты. О нем... Ну, вот под раскид. Да, пошел раскид на точку А, дымовая, слеповая. А дефенс, ой, атака уходит такая на... Ой, на Б. Потихонечку. Смотрите, собрали, вот теперь только понимают красные, что это абсолютно не А, это Б. Фури не отыгрывает свою позицию, на этот раз никого не снимает. И надо Акикони по полям нестись красных. Развели рулы просто шикарным образом. Купились красные. 100%. На этой точка Б отбита, ну и раунд, естественно, будет за рулами. Тут не о чем говорить, такие раунды не отдаются. Четкий, абсолютно четкий, 100% раунд по учебнику от рулов 1-1. Опять 2 раунда преимущества. Опять 8-6 счет. Ну не опять 8-6 счет, а опять 2 раунда преимущества и вот такой вот он. Решается Гнус посмотреть, что происходит на ДЛе. Пока он топа-то не слышит, но Том ему должен был, по идее, сказать. Его уже простреливают. Гнус возвращается играть вверх-вниз с Томном, но вся атака ретируется. В общем-то, нахрапом решили не брать все-таки точку. Дабл тайминг такой держит. Вроде как и ушли, но информация у красных не собирается, что ушли. Харест вот должен как-то себя проявить все-таки под точкой Б, либо постреляться с Фури, там, либо закид сделать через куру, если все-таки хочет Руледжинс выходить на... Ну и в некий квадрат, если не считать Нейста, они стали. Нейст, по идее, вряд ли кто побежит через респута. Вот Нейст, я не понимаю, что отыгрывает на самом деле. Надо ему либо на А подходить, либо как-то помогать Харесту, потому что Харест уже патовая несколько ситуаций, там Гнус давит и собирает инфу. Пошел выход, смотрите, как раз таки по таймингу все очень четко, Том на одного оставили, и в этот самый момент на него и пошла атака, из хаешки его забирают. Надо быстрый ретейк красным делать, не останавливаться, потому что если я добегу сейчас хотя бы до Лего, то это смерть врагам. Фури дает по пути один, второй минус шикарный остается, последний трик, он с бомбой не успевает поставить, на него на Лего забираются. И Фури решает эту ситуацию в свою пользу, делая три безответных минуса. Красавчик, ггг. Просто, 2-1. Ой дела, Фури натаскался вообще в КМС кошмарно, вырос ниоткуда, чувак. Как бы если бы не он, то я бы не знаю, что бы спасло, но там и ошибочка была трика, зачем полез он смотреть сразу же респу. Непонятно, мог бы с этой бомбой оттанцевать в тупочку, что у него там, я не видел, ТРГ, по-моему, была, прицел-то вдаль смотрит, ну посмотри ты мост, а там если будет Лего запрыгиваться и вверх, то ты услышишь, танцуй до последнего, тем более с дигла шикарные просто иногда бывают у трика, да, просветы, когда он валит все, и там уже в упор, ну можно одной пулькой промеж глаз угодить было. Фури, но... Не срослось. Фури куда ждал, оттуда и вышло, собственно, тело, появилась голова, и он эту ситуацию зачекал и убил. 2-1. БЦ надо жить. Ни в коем случае нельзя умирать в такой ситуации на центре. Гнус вышел посмотреть, не увидел. БЦ шикарный тайминг поймал, ретировался у нас в кишочку. Будет не жить. Ему бы вот теперь он становится... 200% суппортом, потому что вперед он, естественно, не бросится, будет уже со своими лол-хп. Ну, не лол-хп, но 33. Не так много, скажем. Почищай. Томан дает сверху. Наконец-таки, расчехлился. Его уже можно было причислять к рангу слабейшего звена красных, но только лишь по позиции, потому что очень сложная позиция. Там не каждый может жить до последнего, да. Можно было к рангу слабейших в команде красные причислять, но нет.
Чехлился и даже сверху, с высока небес, дал одного, спрыгнул. Респу АБЦ снимает, 2 в 2, но ситуация уже 1 в 2, Реавольту, то, что он любит, пожалуйста, уважаемый господин. Владислав Черноиванов, вот вам даль, вот вам калаш, две головы, первая ложится, заберет второго, я вам кричу. Кэрри и той, и другой команды. Просто вот по амплуа сейчас собрались. Фури, любитель пострелять. И много дамага и горя приносит оппонентам. И он сейчас сюда именно будет смотреть. Кто кого. Фури сложнее, но он все-таки выигрывает и эту ситуацию. Но любитель он стрелять наверх на. Второй раунд подряд затаскивает. 3-1. 3-1. И счет у нас получается 8-8. Уже опять ничья. И все сначала, господа. И дамы, если таковые есть у нас в просмотре этой трансляции. Жесть. Жесть. Вот что мне нравится, пошли индивидуалы проявляться. То есть личный скилл. Кто-то затаскивает. Если один тухнет в ситуации, то второй его вытаскивает. Это тимплей достойный каких-то медалей и орденов. Как сняли Хареста, я, честно говоря, Фури не видел. Ну, Лиу там снял вообще с курми. Разменялись в дебюте этого раунда. Надо как-то рулом что-то думать. Решилось, да? Смотрите, как ситуация-то с точкой А. Круто. Базе у нас стал наверх. Миксуют и позиции. Миксуют по игрокам именно позиции. Ну, Том надается наверху. Все более-менее четко. Гнусы напрягают потихонечку. Пойдут ли на Б? Надо, по идее, собираться. Базе стал в позицию, но мало народа. Здесь вот как бы один в один размен уже не катит. Базе стал в ту позицию, где обычно дается хотя бы минус 2. Вот четко, просто если вдруг туда пойдут, он не будет уходить до того самого момента, пока не заложится бомба. Или не убьют всех. Потому что хитрые еще те жуки... Могут сейчас, да, погонять на точке Б, Реавольт один, тем более пока что не перетягивается никто. А Лива отгоняют к базе. Ну, не знаю, вот базу наконец-таки сдернули, Реавольт пытается стреляться, тут уже подходит Гнус. Может быть, все-таки текнуть с бомбой-то она, как думаете, нифига, заходит, просто решают в упор идти. Упоры на стрельбу, минус 2 от Лива, последний Нейс остается, затащит с бомбой сот или нет. Одну такую ситуацию он решил, вторую пока что первого убивает. Хорош второго, и дуэль один в один с базей. Кто кого? Нейст красавчик. Нейст раскочегарился, хоть... Ну! У Нейста 8 хп. Давит базу до последнего. Кончаются патроны у Нейста. И все-таки база на последнем издыхании. Буквально 7. Если еще хотя бы один патрончик был бы у Нейста, я думаю, он бы эту ситуацию дотащил. А так... Фейл. Просто фейл. И 4-1 в пользу красного. Как нам опять-таки Еремия призналась, можно было это видеть в всевозможных постах, ВКонтакте в том же самом, они болеют сейчас за красных, не знаю, разделилось все напополам, мир просто раскололся, быстрый раунд на точку Б, поджим, дефенсу не удался в куры, разложили всех троих, кто смотрел и нижнюю, и верхнюю, Лиу и Фури были из нижних, Гнус из кур, всех убивают, ну вот теперь 2-2 опять, яму надо убивать, АБС не заходит, стрельба и трика, из-за этого убивают, бомба пустая, и кто будет снимать? Томнена. И после этого 5-1 счет будет. Калькулируем. 5 плюс 5 получается 10. А у Commander Legends 8. Теперь они оказываются в той самой ситуации, в которой оказались красные у нас после первой половины. Они два раунда отстают. Два раунда до взятия первой карты красным всего лишь. А у Legends целых 5. 5 на 2. Вот очень плохо все. Все очень плохо. Очень все плохо для Ru Legends. Как бы там ни было, не будем какие-то добавлять гламурные розовые краски в это все дело, но 2 и 5 это очень разные цифры. А именно разница... Если от 5 отнять 2, то эта разница составит 3. На 3 раунда легче команде красной сейчас. Тем более поперло. Тем более сейчас вытаскивают именно на ситуациях тимплейных. Тимплейных красные. Ну и по стрельбе давайте посмотрим. 7-3, 7-6. Лиу и Фури у нас. Ну, все понятно, они для этого в команде есть, чтобы отстреливать.
Чтобы думать, есть другие люди. Пока более-менее ровно. Реовольт, как всегда, в наглом проходе, в сольном проходе. На этот раз здесь никого на точке Б, это он уже должен и понимать по прилетевшей издалека флешки, собственно, даже не чекает ничего. Никто бы не кидал, да, флешку на плент, если бы здесь за стеночкой или в яме кто-то был. Реовольт это понял, не стал чекать, но все равно его сняли. Музыка недолго играла. Выходит на Томна. Томн живет, Томн видит одного. Паник прострел, никуда, но живет. Живет, ждет тиммейтов, уже заскакивает под него, высекают его. Харрес наверху, под ним есть Лиу, минус он. Харрес последний, один в один с Фури. Дуэль Реовольт, Фури проиграл, выиграет Лио Харрес. Харрес нашел своего оппонента, начинает простреливать, но Фури в который раз просто точка А имени Фури у нас становится. Это 6-1, и, возможно, первая карта у нас уйдет красным, потому что для них маппоинт. Дела, вообще дела. Качельки прекратились сразу после первой половины. Уверенность жестокую в себе почувствовали красные и пытаются поставить не так давно образовавшуюся команду. Рулегенс на место вроде как, да? Кто не с нами, тот под нами. В общем-то, вот так вот. Если выиграют красные, то можно будет озаглавить какую-нибудь статью по аналитике этого полуфинала. Вот прям, кто будет писать, вот вам название. Кто не с нами, тот под нами. И цитата там в базе, да? Световая. Так, ну 2 на 2. Не все потеряно. В принципе, бомба есть, ХП есть, есть АБС, есть трик. Все нормально. Но есть Фури сотый и есть точка А, которую он пока что ни одного раза и никому не отдал, кто бы на его пути не попадался. Дайте точку А ему Фури, несите ее всю сюда, и он будет ее просто насиловать. Насиловать и унижать на ней. Ну вот опять, да? Опять Фури один. Ай-яй-яй. Вот как бы противоядие против Фури. Он отлично стреляет поверху, но низ не ожидал. Один маппоинт отыгран. Рулегенс, в принципе, можно и камбэчить. Если счет будет 7-6, то это все равно победа Рулегенс будет на первой карте. Поэтому, не отдав ни одного раунда и взяв все остальные, можно решать ситуацию в свою пользу. Все по-прежнему хорошо. Начинают бушевать у нас красные. Кстати, и правильно это делают, дергать, потому что на последнем издыхании по морали находится у нас сейчас Рулегенс. У них каждый раунд важный, и они от этого будут все медленнее, вдумчивее действовать, да. На этом их как бы красные пока что и ловят. Том вообще заходит в респу. Правда, его за это все дело нагло наказывают. Продавили хорошо, а многих посадили, но Том, скорее всего, наверное, не нужно было идти до последнего. Может быть, где-то остаться. А что, если этот минус будет решающим? В этом раунде еще один маппоинт Рулегенс возьмут и отыграют. Я уже подозреваю, что там пишется в чате, да, что, ну, такая связка не должна взять. Вот если был бы там Нейст и АБЦ хотя бы, да, или Реовольт и Трик, что типа это не тащеры. Но еще раз повторюсь, ранг этой встречи, это полуфинал национальных отборов World Cyber Games, об этом стоит помнить. В такие моменты растущие до недавнего времени руки седалищных холмов начинают отрастать с новой силой, причем оттуда, откуда нужно. Нейст, вот то, о чем я говорю, минус 2 кладет. Минус 2 кладет, еще двое осталось. Несмотря на то, что они сотые, он может побороться. Несмотря на то, что спалена его позиция. Главное сейчас выбить Фури, мне кажется, в этом раскладе. Ну, Фури на контроле. Кстати, Фкура-то пропустил. Где у нас база? База вообще решил ТРГшечку чью-то подобрать, я так понимаю, трофейную. Просто ловит перетяги. Я думал, что пройдет Нейст по центру. Нифига, он по ДЛу пошел. База смотрела именно туда, где проходил ник, но проходил он, правда, в километре от базы. База так холдами-холдами на пистолетике уже и побежал куда нужно. Сейчас, правда, при спе, смотрите, если по мосту побежал, увидел бы проскок. Опа! Услышал вверх. Базю надо забирать сейчас Нейсту. Кровь из носа. Делает это. Был раунд 2 в четверых. Потом стал раунд 1 в четверых. Нейст уже убрал 3. И опять-таки, смотрите, повторяется ситуация. Да ёшкин кот, да что ж такое? Фури ни одной не проиграл ситуации. Четвертый или пятый раз подряд Фури. Последний оставаясь, да, человек, который
становился в позиции за сигарой на точке Б постоянно за дефенс, постоянно он идет последним, постоянно в сложной ситуации 1-2, 1-3 выиграл, и 1-1 все абсолютно зарешал, и этот раунд тоже. Первая карта за красными, 1-0 по раундам счет получается 12-9, 3 раунда преимущества у красных, но это уже никакого абсолютно значения не имеет. 1-0, следующая карта — буря в пустыне, будем мы ее ждать. Я поздравляю красных с, хотел сказать, с дебютом, ну не с дебютом, ну с первой карты, скажем так, рулом не стоит отчаиваться. Ну вот гигантскую роль выполнил опять-таки Фури, вот какова роль личности в истории, да, если бы не давал, то вот эти 4, там 5 раундов не легли бы, вот 100% не легли бы в пользу красных. Можно носить его на руках, можно ему заказывать, не знаю, уже домой там, пиццу, шампанское, рулы, я не, ой, рулы, говорю, красные, я не знаю, что они будут с ним делать, но гигантский ему просто респект еще должен быть от всей команды. Зарешал. Но и не стоит как-то занижать роль всех остальных, все было шикардосно, первая карта получилась, у нас будет 5-минутный перерыв, пишет нам Гнус. Я с ним абсолютно согласен, уйду и я, чуть-чуть помолчу, и вернемся мы уже на... На буре в пустыне, на вторую карту, на World Cyber Games, национальные отборы, второй полуфинал. Молчим пока.